Добрый день! Это программа «Музей Мания». Меня зовут Дарья Косынкина, и я работаю экскурсоводом в Музее русского, лубка и наивного искусства. Сегодня я расскажу о 5 уникальных предметах из нашей коллекции, которые вы всегда сможете увидеть у нас в музее. Музей показывает как творчество художников-самоучек, то есть наивное искусство, так и уникальные жанры народной графики «русский лубок». Мы сейчас как раз с вами в лубочном зале, и я расскажу об одной из жемчужин нашей коллекции. Это гравюра с изображением Алконоста. Потрясающий лубок конца XIX века. Сделан он в технологии литографии. Об этом поговорим позже, что это за таинственная технология. А сейчас я вам расскажу, что это за существо. Вы, наверное, знаете по творчеству Васнецова, что существовали райские птицы – сирен, алконост и гамаюн. И они часто встречались и в русских народных сказках. И многие, наверное, эти названия слышали, но не знают разницы, чем одна птичка отличается от другой. А я вам сейчас расскажу. Алконост – это птица, у которой есть и голова, и руки. Сирен имеет только человечью голову. А птица гамаюн – это уникальное существо. У нее нет ни лапок, ни крыльев, и летает она при помощи семиоршинного хвоста. Никогда не садится, потому что у нее нет лапок, и если она сядет, то не может взлететь. В нашем музее вы всегда сможете увидеть массу мифологических существ из сказок, былин. Приходите и смотрите обязательно. В нашем музее совершенно невозможно обойтись без кота. Это один из символов нашего музея, и вы всегда увидите в экспозиции лубочных котов, потому что это символ лубочных картинок. Например, вот этот экспонат – это знаменитейший лубок о том, как мыши хоронили кота. Может быть, помните эту сказку? Котик притворился мертвым, мыши обрадовались его кончине и решили его схоронить с почестями и издевками, а котик проснулся и всех съел. Вот такая сказочка поучительная. А в руках у меня тоже котик. Это другой кот, кот Казанский. И вы, наверное, обратили внимание, что это доска. И сейчас я вам объясню, почему мы называемся «Музей русского лубка». Этот материал, на котором вырезан котик, называется лубом. Помните сказку «Была у меня избушка лубиная», — говорил заяц? У него был домик из липовой доски. Соответственно, картиночку вырезали на лубе, поэтому и отпечатки с них называются «лубок». Чем уникален наш музей, что вы всегда можете позвонить нам, записаться на мастер-класс и почувствовать себя настоящим печатником конца 17 века и напечатать и котиков, и других сказочных существ. Сейчас я покажу, как это происходит. Чтобы напечатать лубочную картинку, нам нужна типографская краска, и этим валиком мы ее раскатываем по стеклу. Для чего мы это делаем? Для того, чтобы краска равномерно покрыла весь валик. И теперь мы начинаем валиком краску наносить на доску. Весь секрет заключается в том, что там, где дырочки, туда краска не попадает, а там, где форма торчит, туда попадает краска, и у нас отпечатывается изображение, которое называется оттиск. Вот мы всего котика покрыли краской. Теперь берем бумагу и кладем ее сверху на нашу форму. Как положили, так положили. Двигать нельзя, иначе оно не один раз отпечатается, а несколько. И сейчас я начинаю работать инструментом, который называется барин или притирка. Он нужен для того, чтобы наш листочек приклеился к форме, как на клей. И ни в коем случае не сдвигался, обязательно всегда придерживать. Картинка приклеилась. И теперь берем ложечку. И каждый штришочек передавливаем с формы на бумагу. Трем везде, 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 везде. И рамочку, и каждую шерстиночку. Должно получиться. Берем за уголки аккуратненько и отрываем. И вот такой у нас получился замечательный кот. Что интересно, кот на доске смотрит в одну сторону, а на листочке в другую. Это принцип зеркальности.
Он очень усложняет работу гравера, то есть резчика, потому что вырезать нужно все буквы в зеркальном отображении, иначе на оттиске будет неправильный. Вот такой получается замечательный оттиск. Сейчас мы с вами поговорим о совершенно ином направлении искусства. Это творчество называется наив. И, конечно, звезда наивного искусства Павел Леонов, с него мы как раз и начнем. Один из знаменитейших художников, когда говорят о наивном искусстве, все вспоминают Перасмани, Руссо. Ну и Леонов потихоньку приближается к ним по уровню своей знаменитости. Недавно ему исполнилось 100 лет, и была огромная выставка в ММС, и в нашем музее всегда можно увидеть творчество Павла Леонова. В данный момент мы смотрим на замечательный холст, который называется «Пушкин прибыл на Кавказ». Его встречает кавказский народ. Здесь мы видим Александра Сергеевича. Его очень легко узнать. Павел всегда изображал его очень похоже. И видим кавказский народ его, который встречает, и зверей, которые рады приезду великого поэта. Но начинаются рождаться вопросы, глядя на это произведение. Что на Кавказе делает северный олень, северный медведь? Как они туда попали? Это сказка Павла Леонова. Это автор уникален тем, что он своей живописью создавал великолепные сказочные миры, и в них совершенно иные правила, и мир его увлекателен. Перепутать этого автора невозможно ни с кем, потому что в его живописи всегда будут символы узнаваемые и, конечно же, уникальность композиции. Холст всегда в основном у Павла Леонова поделен на несколько композиционных пространств. Он сам их называл ласково телевизорами. И в каждом телевизоре что-то происходит. Это чем-то напоминает по стилю средневековые шпалеры, да и даже орнаментику, которую Павел включает в свою живопись, тоже схожа. Но вряд ли он видел средневековые шпалеры. Автор этот был из деревни Луховицы и рисовал по наитию. Всегда на его картинах можно встретить вот таких черных птиц, и по ним легко узнать автора. Он называл их хранителями, и когда его спросили: «Павел, а что это за птицы? Это вороны?» Он сказал: «Нет, это орлы». И, конечно, вот такие замечательные медведики цирковые, которые ходят на задних лапках, тоже обязательно в любой из его картин появляются, потому что без них эта история не будет целостной. Без сомнения, это гордость Музея русского лубка и наивного искусства. Это жемчужина нашей коллекции. Мы этим экспонатом дорожим, невероятно его ценим. Даже сделали специальную занавеску, чтобы он не выцветал. Я сейчас ее открою, и вы сами поймете, почему этим нужно дорожить. Это уникальный ковер, созданный Ксенией Карагот. История его совершенно уникальна. Он появился во времена Великой Отечественной войны. Ксения Карагот начала работу над этим произведением в 1941 году. Сами помните, что происходило. И у нее было две дочери, чтобы как-то отвлечь их от ужасов, происходящих вокруг, чтобы не потерять надежду в светлое будущее, в сказку, чтобы у детей было детство. Из последних сподручных материалов все это создавалось. Тут можно видеть и люрикс, надернутый из каких-то косынок. Можно видеть и распущенные свитера. Создавалась вся эта красота. Скорее всего, может быть, была в семье традиция, что читалась вечером сказка, дети ложились спать, и за ночь Ксения Карагот поселяла этих персонажей на свое полотно. Потому что тут вся детская библиотека и герои всех сказок советского периода, которые были у людей. Тут и кот в сапогах, тут и коза Дереза, тут и три медведя,
Тут и сороки-белобоки. И по ковру можно видеть даже, как дети росли. То есть начинается совсем дошкольных произведений, да, Чуковский, аисты, которые объелись лягушками. А можно увидеть и более серьезных персонажей. Вот явно герои произведения Николая Васильевича Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки». И тоже они уже поселились на этом ковре, потому что, ну, понятно, что одни и те же книжки не будешь читать. Произведение совершенно уникальное. Оно невероятное по энергетике, невероятное по цвету, невероятное по любви к жизни, по яркости цветов. Рассматривать его можно часами, и мы поставили специально напротив ковра лавочку. И я видела много людей, которые садились и проводили тут не один час и не два, разглядывая это великолепное произведение. Конечно же, наивные мастера работают не только в жанре живописи и графики, но увлекаются декоративно-прикладным искусством, и, конечно, среди них есть величайшие скульпторы. Один из них – Владимир Зазнобин, и вот такой замечательный у нас есть экспонат, о котором невозможно промолчать. В чем изюминка этого автора? В том, что он не просто творил художественные образы, придумывал, как это зрительно должно выглядеть, но и разрабатывал уникальные механизмы. Все эти скульптуры кинетические, и от дуновения ветра они приходили в движение. Сейчас я попробую показать, как это происходило. Если ветер дул с этой стороны, собака начинала лаять, а если с той, то Мишка начинал защищаться и просить охотника о помощи. И для каждой скульптуры придумывался свой механизм. В нашей коллекции порядка 20 произведений Владимира Зазнобина, и вы всегда сможете его встретить в нашей экспозиции. Что уникально, творчество Владимира Зазнобина исходит к истокам, к русской народной деревянной игрушке. И это, наверное, роднит автора с русским лубком, о котором мы уже сегодня говорили. Например, вот этот медведь очень похож на резную деревянную народную игрушку, но автор уже переосмыслял ее по-своему. И как раз же использовалось для изготовления скульптуры тоже дерево и тоже липа, потому что это самый мягкий материал для работы, он удобен. И это роднит его как раз с лубочным искусством, со вторым нашим направлением, представленным в музее. Помимо этого, в нашем музее всегда проходят персональные выставки, экспозиция сменяется достаточно часто. Приходите, смотрите, наслаждайтесь. И еще с недавних пор мы являемся неотъемлемой частью галереи Глазунова, которая является хранителем огромной и уникальной коллекции лубочных картинок, которая в скором времени начнет экспонироваться у нас в музее. Это была программа «Музей Мания». Меня зовут Даша Косынкина. Приходите к нам в музей. До встречи!